положительно. А почему? Прибавили, чтобы другим зарплату. Ну, наверное, надо им сокращать, если и нам сокращают, так. Бюджетникам. Да. Мы согласны. Пойдем. Правильно, я думаю, надо больше сокращать. Безобразно живем, худо очень живем. Вот насчет порядка. Убрали дворников. Я сама работала дворником, я сама работала уборщицей. Сократили. Ну что вы поимели? Безобразие. Вот у меня такое желание выйти, взять лом, лопату и чистить все самые бесплатно улицы. Зато чиновники у нас будут получать деньги. И хорошие. Ну, это хорошо, но я в это не верю. Штаты сокращают, они все увеличиваются. Зарплату также сокращают, она все увеличивается фактически. Наверное, это не игра, это, скорее всего, просто попытка облегчить или на фоне общей безработицы сделать, ну, хотя бы морально помочь. Тоже нормально. Думаю, мало, надо на 20% сокращать. Да, потому что не чиновников сокращают, а простых рабочих. Ну, плохим чиновникам нужно сократить. Почему нет? А хорошим? Ну, а хорошим пускай зарабатывают.